Друзья, всем привет! Решил сегодня записать небольшое такое видео, носящее некий информативный характер. Почему решил записать? Ну, подумал, может, это видео поможет кому-то сэкономить на покупке планшета, хорошего планшета. В общем, завтра, 4 июня, будет большая распродажа планшета Xiaomi Mi Pad. Думаю, многие знают, да, что это за планшет. Будет продано 3000 штук. И, как вы понимаете, на этом можно будет неплохо сэкономить. Ну, давайте откроем AliExpress и все увидите сами. Так, вот главная страница. Сейчас обновим ее. Вот, раздел вот этот бренд Focus. Горячие товары тут, все эти дела. Так, нажимаем, вот смотреть анонс. Кстати, планшет этот будет продавать магазин Гонконг Gold Way. Думаю, многие знают об этом магазине. Я сам неоднократно у них заказывал. Не расценивайте это как рекламу магазина. Просто делюсь с вами этой информацией. Сам буду заказывать. И думаю, что все 3000 штук уйдут очень быстро. Но надеюсь, успею. Чего и вам желаю, друзья. И вот цена, видите, да, сами какая. $180. А на данный момент он стоит $240. Если умеете считать, посчитайте и увидите, что скидка получается довольно внушительная. Так что, друзья, всем удачи, если кто-то будет покупать его. Еще хотел сказать, вот почаще заглядывайте в этот вот раздел бренд Focus. Здесь вот частенько распродажи, можно купить хорошую, ну, брендовую вещь, нормальную, по хорошей цене. Вот сами видите, да, SJ-CAM 5000-ная. 50% скидка будет. Ну и сами понимаете, да, сколько это будет стоить. Ну, если кто-то успеет, ребята, заказать этот планшет, пишите в комментариях к этому видео. Ну, на этом, наверное, все, друзья. А если видео было полезным, ставьте пальцы вверх. Если кто не подписан на мой канал, подписывайтесь. Удачных вам покупок, друзья мои. И всем пока. Еще увидимся.